японские тачки, охуенные тачки. Бери смело, не пожалеешь. Конечно, у всех есть свои минусы, плюсы, нюансы там и так далее, но в большинстве своем случае японская тачка — это мама. Вот. Что думаю про поход Пригожина? Проход в ноги, блядь. Поход Пригожина. Да что тут думать? Ну, сумасшедший дом. Это жесткий показатель того, что власть нестабильна. Что это могло все превратиться в жесткое кровопролитие внутри страны, внутри моей страны. Чуваку просто надоело, что вот сверху там дядечка, вот на него, блядь, и на его пацанов, которые гибнут нахуй каждый день, блядь, вот там делают нахуй. Точно так же, как и на весь российский народ, в принципе, в целом. Это называется иерархия, только у нас в России она ярко выражена, блядь. Где, блядь, у чуваков с понятиями есть власть и деньги, нахуй, они вот так на всех делают. Before Montreal, or Montreal, I don't know how to spell it right, you know. In Russia we call Montreal, Montreal. Okay, so before that show, like, I thought the best crowd were in Russia, because they, like, staying hungry for music for ages, you know, because in Russia it's not that big deal, like metal industry is not that huge, especially if your favorite band from United States and Europe, they not really often go to Russia and people goes crazy at the shows. But in Montreal, I changed my mind. You are fucking crazy motherfuckers. I love you.